В минувшую субботу в крупных городах Краснодарского края более 90 тысяч человек вышли на мероприятия в поддержку российских олимпийских спортсменов, отправившихся на игры в Корею. Акции прошли в Краснодаре, Сочи, Анапе, Армавире и Славянске на Кубани. Несмотря на срывающиеся осадки, на площади около городского дома культуры в назначенное время собрались десятки школьников, студентов, спортсменов и просто неравнодушных людей, чтобы выразить свою поддержку российским спортсменам, отправившимся на зимнюю Олимпиаду 2018 года. Эта акция – способ сказать тем, кто защищает честь страны на всемирной арене, что несмотря на допинговые скандалы и абсурдные обвинения, на то, что наши спортсмены будут выступать под нейтральным флагом, каждый житель страны все равно будет поддерживать их и болеть за российских атлетов. Мы пришли сегодня поддержать нашу страну. Россию. Да. Мы гордимся на нее. Это наша страна. Да. Россия. Мы ждем от нее побед. Я болею за свою Россию, за наших спортсменов. На митинге от лица молодежи Славянского района выступил Иван Магда, студент Славянского сельхозтехникума. От лица спортсменов слово взял Вячеслав Григоращенко, капитан команды по регби Славянского района и член сборной команды Краснодарского края. Спортсмены Славянска всячески поддерживают олимпийцев. И все знают, что спорт не должен касаться политики никаким образом. Я тоже так считаю. Спорт есть спорт. Должно быть все по-честному. Собравшимся был продемонстрирован фильм, отражающий итоги отрасли физической культуры и спорта Славянского района за прошедший год, который подготовила наша телекомпания. Перед участниками митинга выступила вокальная группа «Комплимент». В мероприятии приняло участие порядка 400 человек. Молодому поколению нужно знать все тонкости происходящих в мире событий. Но спортсменам нужна поддержка. Эти мысли лейтмотивом звучали в каждом выступлении на мероприятии. Только Россия! Только вперед! Мария Климова, Александр Косицын. Программа «События».